Почему я выбрала именно это произведение, чтобы протестировать новый для себя инструмент Wendell and Lung? Потому что в этом произведении Шопена очень широкая динамика, от громкого, очень масштабного звука вот в первых аккордах до очень тихого, пианиссимо звука в конце. И это хороший способ, чтобы понять, насколько послушный инструмент в плане динамики, в плане масштаба между громким и тихим, вот этим расстоянием. Я могу сказать, что я более чем удовлетворена. Ведь не только для меня этот инструмент новый. Насколько я понимаю, этот инструмент вообще новый для России. То есть он впервые попал в Россию. А знакомство с новым инструментом для музыканта – это всегда очень, по-моему, интригующая такая история, потому что это как знакомство с человеком, с которым ты вступаешь в какое-то приятное взаимодействие. Ну или неприятное, если инструмент плохой, конечно, и непослушный. Эти взаимоотношения, они ведь строятся с двух сторон. Несмотря на то, что рояль неодушевленный предмет, при этом есть вот такое двойное взаимодействие. Я играю на инструменте, но он мне что-то такое тоже сообщает. Бывает, что когда хороший инструмент, он показывает, например, что-то, чего я не замечала раньше. Благодаря богатству обертонов, какому-то богатству звучания, я могу не слышать это на худшем инструменте. И вот Wendell and Lung, инструмент, на котором я сейчас сыграла прелюдию Шопена, он действительно мне тоже показывает какие-то интересные вещи, открывает что-то новое для меня. Но можно попробовать какую-то другую музыку, мы ведь все время по-разному трогаем инструмент, да, вот это там один тип прикосновения, масштабный, да, когда мы играем всем телом, а вот можно поиграть, например, Моцарта, а Моцарт — это композитор, который вот здесь на кончиках пальцев. Это все-таки другое время, другой стиль, стилизация под инструменты времен Моцарта. Попробуем поиграть немножко Моцарта. Мою любимую музыку – это вторая часть из фа-мажорной сонаты. Кусочек. Хороший инструмент. Удивительно. Он отвечает и моцартовскому стилю тоже. А ну-ка что-то такое техническое, на мелкую технику. Вот на крупную, так сказать, аккордовую я уже что-то сыграла, а теперь на мелкую. Да, это тоже совершенно другое ощущение рук. Я могу сказать, как я работаю над произведением. И почему для меня так важно, чтобы инструмент отвечал моим ожиданиям, по крайней мере, вот в моей ситуации. Каждый раз, когда я беру какое-то музыкальное произведение, какой-то музыкальный текст, я там должна увидеть какой-то смысл для себя. Там есть идея, там есть образ, какая-то эмоция, которую я хочу передать. И, собственно, вот адекватность передачи этого образа зависит еще и от инструмента, на котором я играю. Насколько он послушен, насколько он податлив, насколько он может адекватно воспроизвести то, что я задумала, или то, что задумано было автором. То, что я увидела, например, в этом произведении. В этом смысле, кстати, мне кажется, что детям полезно будет тоже играть на этом инструменте, потому что он достаточно демократичен по цене, но при этом он все требования большого инструмента выполняет. Вот такого настоящего концертного инструмента. А вот эта вот красочность и способность к масштабному звуку и способность к многокрасочности, многогранности вот этой звуковой, может помочь ребенку развивать фантазию, потому что вот ведь что, собственно, такое техника? Да техника — это воплощение наших фантазий. Вот то, что мы себе представляем, то, что мы думаем про это произведение, то, что мы чувствуем, все это должно, условно говоря, выйти из-под наших пальцев. И когда это хороший инструмент, когда вот возникает это партнерство с инструментом, тогда и возможностей больше для воплощения наших фантазий. Итак,
Мелкая техника. Шопен, фантазия, экспромт. Ну, кусочек тоже. Даже не хотелось останавливаться, потому что приятно играть. Я удовлетворена, я довольна. Мне кажется, что этот инструмент очень прекрасный компромисс, потому что он и очень хороший, и при этом он доступен людям.